Поехали. У нас BDS против Fnatic играют. LEC. Битва за финал и битва за MSI. Победитель этой серии выходит на MSI второй командой от Европы. BDS встретится у нас Fnatic. BDS на синей. Fnatic стартует на красной стороне. Ну и Fnatic, наверное, все-таки чутка фаворит. Я думаю, что все-таки Fnatic чутка фаворит. Хотя BDS вполне себе могут их обыграть. Ну, типа 60 на 40. Я бы дал. Я думаю, Fnatic должны выиграть 3-1-3-2. Но посмотрим, как оно будет. Я все-таки немножечко фанбойчик, поэтому, возможно, моя оценка ситуации недостаточно может быть объективной. Это мы узнаем. Ясуо для Адама в ТФ. Holy shit! Гигачат, Адам выкатывает своего Хасаги. Это первая игра? Вы помните вообще игры Адама на Ясу, чат? Я что-то не припомню. Ну-ка, дайте я посмотрю. Были у него компетив игры на Ясу? Сейчас посмотрим. В 2023 весной в LSE сыграл 2-2-1 на Ясу Адам. Не самый, конечно, уверенный персонаж для Адама, но окей. В ТФ должен быть хороший матчап. Плюс сижу, добрали милишника. Есть мэкапы в виде Тали в виде Ракана. Справа драфт понадежнее. Два фронтлейна. Три сильных скелечных керри. Супер драфт для Fnatic. Именно вот фнатиковский такой стандартный, комфортный драфт. Ну посмотрим. На топ супер важная роль будет здесь. Так, Шиу на топ смотрит. Тут Разорок на контрганке. Пробивает немножечко джанглера BDS. А там ветерок по Оскару, но чисто на пол. Привет, Рокки, привет. Чё, как вы сходили там на Тиван? Рассказывает Лустори Бобы. Разорк встал. Стрял. Разорк встал. Разорк флешаут. Разорк живет. И Оскар на топе в пиве. Поэтому небольшое преимущество BDS по золоту есть. Нюк на топ смотрит на Оскара. А там флешает здесь Оскар. Но вэшку здесь уже не флешнуть, хорошо. Комбят, хотя Оскар на ульте выходит, не хватает урона BDS. Оскар сбежал на ультимейте. Но как будто бы и оставаться на топе он не может. Мне кажется, Адам его все равно убить может. Так, Разорок смотрит на дэвбота, видит здесь Лаброва. Тиджуани тоже рядом, но сюда еще и гуманоид смещается. Фнатики вчетвером дают давление в бот, но немножечко там поддинайли вейв. Хотя, да, они особо даже ничего не поддинайли, там тачанка была. Так что да, просто пластинку сняли здесь для Ноа. Ну, хватит Оскара душить, BDS. Там, ой, там щит алимывается. Оскар, кстати, мертвый, походу. Так, гост отдал Оскар. Ну кап, стан, вэшка, да, здесь без шансов. Прилетел гуманоид. Слушайте, сейчас еще и гуманоида могут задавить. Хорошая льта гуманоида, но она его не спасает, хотя Разор. Разменивается хотя бы один в одного в этой ситуации. Ну, правда, и Разор здесь убьет, да? О. 3 килла для BDS, но какой-то топ-веб в первой карте лютый. Я не думал, что настолько сильно Адам этот матчап задоминирует. Но это пока выглядит прям бешенцовенько для Fnatic в топ-сайде. Плюс 1500 уже Ясу забирает вышку. Так, Шио. Ну-ка, парел. Джун слышал, подстанил, Адама подконтролил. Ультанули Разорка. Адаму больно, Адам на флеш. Хорошо. Но получает у себя килл. Тут Лабров, рингейдж. По попе играют. Все это время фрихитает Ноа. Гуманоид. Выбил ультимейт Айса. Там Оскар тем временем ТП сбил Нюку. Как будто бы мог с лыша доиграть гуманоид вперед. Нет, Шио там флипнул бы. Лаброва, возможно, цепанул. О, там на топе один в одного размен. Пока мы на бот смотрим, решили нам не показывать, ну ладно. Но это стрик забрал, по идее, Оскар же, нет? Но Фнатики в целом, если вот одного дракона каким-то чудом вот этого заберут, то там уже 300 Тазери будет. И там уже винабл. Если на этом дрейке дерутся, тяжело будет файт выиграть, как будто бы. Два спота у Адама готово. Плюс еще им резик добирает себе. Там Карди, кстати, в интервью говорил, короче, я что-то видел в Твиттере, что Fnatic самая сильная команда в скримах, не считая G2. Они типа прям супер гуд в скримах.
Главное только, чтобы это еще и на сцене тоже нормально работало. Быть сильными в скримах, но потом проигрывать. Как будто бы не очень приятно. Так. Ультанули по гуманоиду. Гуманоиду больно. Гуманоид ищет за Чармли. Гуманоид флешаут живет. Но тоже пока выходит. Туда Адам вперед полетел, забирает Адам первого. Но не откайте. Здесь Адама. Даблкил для Адама на Ясуо. Фу, Фнатики развалились. Это на Шор. Это гейм, походу. Это на Шор, это Соул через 2 минуты. На ровном месте просто встряли в трибуше. Нюк еще за Оскаром бежит. Оскар, но флеш. Оскар дает гост. Оскар. Пытается откатить Нюка, да. Оскар умирает. Уэлл. Так, спанули гуманоида. Пока пытается джунтом подстопать, закинули под вышку Шио. Гуманоид при этом умирает. Но есть стрик для Оскара. 40 секунд от Дрейка. Мертвый джанглер у BDS. Но они 4 в 4 все равно слабее, тем более без Азира. Его как будто... Так, Оскар. Поймали Айса тут. Стан раз, стан два. Линца нет. Шишка хорошая. Айс живет. Убили уже Оскара. Ой, ну вообще ультимейт отдал. Сейчас еще ульта закончится, он не может стрельнуть ни по кому. Умирает, разор. Но опять Фнатик форсит и опять просто умирает на своем же форсе. У них сайды запушены. Все, что есть у Фнатик, все, что видит Фнатик, это просто мид. Они вообще ничего на карте не видят. Так, поймали Шио. Лавров. Ой, плохой инкейдж от Лаврова. Гуманоид его закидывает в Ноа. Лаврова убили. Wait a minute. Лавров подзатроллил. Как будто бы надо пытаться на Шора форсить. Такого шанса может и не быть больше. Нюк. Ой, Нюк хорошо цепляет гуманоида. Как больно гуманоиду. Марек. Слыша, играет разорг по Нюку. Хватит здесь дэмэджа? Не, здесь просто разваливается гуманоид. Даблкил забрала Талия. Но, правда, стреляет по Адаму. Адам флешаут. Но. Здесь Айс его забирает. Успел Ноа забрать Ясова при этом. Но гуманоид, конечно, подсвинячил чутка тут. Оскар прокает флит. Оскар вышел. 4 в 3 суммарный файт, да? Лавров еще до этого умер. Ну, какие-то стрики сняли, но как будто бы, да, здесь это на шорте беде. Здесь Ясова с Шай вдвоем со стеной Ясова еще. Это на шорт. Ну, Элдер Флип остался. Гуманоид с флешом, но с флешом остались после этой драки. Там в спине Ракан. Гуманоид пытается что-то подпоукать. Ой, гуманоид флеша дает от Нюка. Сколько же Нюк давления на Талии на своей дает? Нюк будет стену ставить просто. Лавров в спине бегает, супер сильно мешает. Так, выкинули отсюда Сиджуани. Ой, вышка хорошая, лопнули ТФ, а? Там по гуманоиду играет Лавров. Лаврова может быть разменять. Не, Лавров живет на Ешке, выходит. Джун тоже падает. Минус 5 в пользу BDS в первой же карте. Контрпик Ясо на топе от Адама сработал. Просто значит давление на топе. BDS эту карту разогнали. 4-1-7. Адам на Хасаги. Новая сигнатурочка, может быть, подъехала. Но как контрпик в ТФ реализовал прям супер год. Плюс сколько там? 50-60 на топе было в матчапе 1-1, по сути. Остальные стояли ивен, но значит давление на топе. Он потом смещался на мид, они забирали драконов и так далее. И, ну, топ-див. Топ-див в первой карте. И, ну, и Нюк хорошо сыграл, на самом деле, карту. Тоже много давления давал, двигался везде. Вэшки хорошо лендил. 1-0 в пользу BDS в этой серии. 1-0 в пользу BDS. Так, поехали, у нас BDS Fnatic. BDS ведут 1-0. Драфтик стартует. Талию опять забрали BDS себе на ФП. Здесь пока ничего не меняется. По банфазе вроде бы 3 бана в раздорка. Вайт, Джарван, Рел в бане против Разорка. Просто отбанивает фулл джанглера Фнатик. О, ну эта игра должна быть еще более скучной, чем прошлое. Такое чувство, судя по драфту. Не, Ксанте? Ксанте овер XS забирают для Оскара. Ну это супер комфорт для Оскара. Зери Лулу, Азир, Шайра Кан. Ну слева немножко посильнее драфт Верли. Двойка хорошая, Ксинталия.
Опять, но хз, ну типа сейчас у фанатиков сильный фронт-ту-бэк, и при этом у BDS нету такого гэпа на линии, как было в прошлой карте там с Ясову в ТФ. Они так разгонять не должны сейчас. Здесь все стабильно будет. Мне кажется, в волатильной такой типа игре со скейлом и так далее, фанатики должны быть получше. Они даже прошлые, учитывая в комбихайнде они были, почти выиграли там файт около Нашора, если гуманоид не затроллил. Еще 10 минут поспим, может, это еще будет? Не-не-не, спать нельзя, я и так не выспавшийся вообще. Нельзя спать. Наоборот, дайте мне экшена. Реально муху надо звать, чтобы она мне на лицо садилась и раздражала меня, и от этого такой типа, о, взбодрился, руками что-то помахал. ТЛТ сильнее, правый драфт точно сильнее, Зери, Лул, Азир, хороший фронтлайн есть. Чат, но я про муху. Вам бы лишь бы вот эту вот грязюку какую-то. О, Лул поймали. Шум, ну флэш, да, Джон умер. Первая кровь для Нюка, хорошо подловили. Джон на ротации здесь, еще и Ноу можно подзонить от тура, это, но вообще разорг подходит. Ой, гуманоид, а ты-то как встрял? Шафла дал. Ну флэш надо будет нажимать. Шиуда флэшивается, мертвый гуманоид. Гуманоид на ровном месте кил залил. Ой, фнатики, 2 косаря уже проигрывают. ТП на топ, ТП наверх, закрывают на боте фнатиков. Флэшей еще нету у Джуна с Нуа, но ультимейта дает. Пытается что-то пододжить, там слишком много урона, да. Задайвили, прекрасно играют BDS. BDS. Так, ну дракона пока BDS не забрали, но они подресетали, предметы у всех есть. Но просто нищий по предметам в сравнении с Айсом, но возможно не реколился еще, уничтожитель только достакал. Там Кракен, Берсы. Фнатики делают Дрейка, залетает Шио, больно Разорку, Разорк с лошом, летит в дракона. Забирает дракона в итоге нюк. Там еще и гуманоида подцепили, гуманоид. Неплохая ульта вроде как. Хватит ли урона хотя бы нюк, и здесь забрать фнатиком? Не, вообще ничего не хватает. Джун флэшаут. Но флэш вперед, очень плохо. Но тоже умирает. Слушайте, так это пока вообще перфект гейм может быть. Ноль доль драконов. Ноль личинок, ноль вышек, ноль киллов. Фнатик, 5000 золота, преимущество BDS на 15. Это стомп. Это стомп пока. И это прям плотный стампецкий. Так, разор. Цепанул Шио. Шио флэшаут, да, флэшивается гуманоид. Как же они хотят убить Шио? Но, кстати, и должны. Шио забрали, Стрик забирает, правда, Оскар. Там еще Лабро цепанули, Лабров еле живет, Оскар. Закидывает Адама к команде, там Нюк хорошо раздамажился, убили уже Ксанте. Но пытается стрелять, но здесь Айс прихитает, Адам просто выигрывает время. Ну а? Предметов нету, ну а? Ну 2-3 файт еще и не так плохо для Фнатик. Чуть-чуть не хватило там Лаброва добить, чуть-чуть не хватило Адама добить. Так, третий дракон, 20 секунд. 6000 золота, преимущество BDS. Фнатик, вы же не будете сейчас драться, там по 2 слота у всех? Как будто надо за четвертого потом уже файтить, или пойдете драться за... Фнатикам похуй, они будут драться за любой объект. Вы им поставьте просто, не знаю... Объект, который даже золото давать не будет на карте, если соперники будут его делать, они придут и подерутся за него. Пошли корни. Ставится стена. Разворачиваются. Хорошо, там поймали Ноа. Ноа пока кайтит. Лабров в итоге играет по Азиру. Ульта гуманоида. Урона хватит? Нет, Адама убить. Там Оскар выигрывает время. Нюк дофлешивается. Разорг живет пока. Гуманоид забирает Адама. Гуманоид умирает. Ну, 2 в 2. Ну, Айс все еще живой. Стрик с Айса не съели, убили Лаброва, убили Адама. Убили тех, кто не умер в прошлой драке. Так, на Шора сротанули BDS. Как это фейсчекать? Ну, вообще через бот можно. Через да.
Пошли корни раздорка. У раздорка флеш есть. Бедец флипует. Раздорк. Не стилит на Шура. Айсекьюрит. Гуманоид дамажит. Неплохо залетел там Ракан. Но в итоге откис. Один ВДВ трейд. Раздорк тоже умер. Фанатик хотят почистить. Попробовать. Мейби по нюку сможет гуманоида играть. Нюкнул флеш. Нюк вышел. На шорчик для BDS на 22-й. Но они вообще не могут на троих зайти. Они просто долбятся в мид. Там так по Адаму играет гуманоид. Хорошо, Адам бочку закинул. Влада пришлось флеш отдать. Адам пробит на пол хп. Так-то Фнатик проходит. Ультимейт Мака есть. Нюк будет ставить стенку опять. Адам там паука, Джуна на пол хп пробил. Гуманоид пытается доиграть по Адаму. Окей, Адама убили, хорошо, гуманоид. Ставится стена нюком, пошли корни. Дрейка надо забрать раздорку. Дрейка забирает шил, морская душа для BDS. Ну, Лаброва убили, можно попробовать Фнатиком выиграть файт. Надо съесть трикс Айса. Айс, ой, стяточка болючая. Ноа стреляет в меня, Ноа. Слыша, играет Джун, просто бафает. Но! Окей, Зери? Зери? Но! Хорошо! И нюк убить! И нюк убили! Два стрика для Зери! Юда! Правда, они уже душу морскую отдали. Но денег Зери здесь сожрало очень много. Бля, если бы Разорг засмайкил Дрейка, это прям фулл камбэк был бы. Атака с морской душой, Грагас, Ракан Ксин. Ну хз. Так, ну Фнатики опять просто через мид будут пытаться заходить. Там Разорг, там Ракан на фланке. Лавров, его никто не видит. У него флеш есть. Так, гуманоид турет поставил. Ну, как будто Лавров теперь на вижене, да, здесь бегает. Теперь его видят. Позицию немножечко потерял. Вардик еще один поставили, видят Лаврова. Лавров. Хорошо его стопает гуманоид, выкидывает сразу, но там шотнули раздорка. Ой, бочка какая! Понос Джуну! Адам смурфит. Ну, гуманоид живой пока. Но на Шора не должны отдавать. Какая бочка роскошная от Адама. Лавров. Так, Лавров подфейлил. Погодите. Не, но все равно цепануло Тале. Но пока жив. Нет, но шотнули. Один в одного трейд погиб Ракан, но это супер выгодно для BDS. У них еще и морская душа есть. Там дерется Адам против гуманоида. Гуманоид забирает Адам один на один. Здесь цепанули Раздорк. Раздорк умер. Оскар будет чистить Шио. Не дочезил. Это сторона для BDS. Сторона из 40 секунд Элдера. Гуманоид будет без США. Или что, они будут пытаться эндить? Они 3 в 3. Т4. Айс бьет. Ух, ебать, сколько урона у нюка! Вэшка мимо, да. Флешился Шио за гуманоидом. Очень больно Оскару. Сколько же дэмэджа там у Шаи. Гуманоид умер. Это 2-0. Даже Элдер здесь не будет, BDS просто эндит с морской душой, а вот сустейнит здесь Фнатик. О май гад. Это заявочка на 3-0, BDS. 2-0 против Фнатик идут. Что с ебалом, Старкок? Не трогайте меня, чат, я просто... Так, поехали, у нас третья карта. Фнатики взяли синюю сторону и забрали для себя Талию. Забрали для себя Талию, отобрали ее у Нюка. Возможно, на синей стороне Фнатикам повезет. Посмотрим, что смогут придумать на блюсайде Фнатики. Думаешь, это 3-0 или Фнатики есть шанс на реверс-свип? Ну, посмотрим, они на блюсайде сейчас попробуют что-то поменять. Шай забрали BDS, надо Ракана как будто бы отбирать. Валибера забрали для Разорка, Валибер Талия, хорошая двойка. Дариус для Адама. Дариуса не забанили, забанили Рамбла и Олафа. Дариус трех милишников. Не знаю, что-то мне не очень нравится драфт Фнатик. Дариус очень хорошо смотрится в левый драфт. Чтобы сказал про Софт Мейда, не про Мэджи Феликса. Ну, maybe. Но просто про Мэджи Феликса мне Дан заговорил.
Так, Адам. О, скоро больно. Адам, по-моему, сейчас подзаинтит здесь. Выфлешивается. Нас такл по двоим. Так, он сейчас еще и по Оскару сыграет. Оскар, а ты зачем за ним идешь? Оскар! Оскар вышел, еле-еле. Нормально, Дариус нас таклся, раскидал. Монойт Минприо забирает. Мувится в бот. Левел 6 есть. Есть ульта. Можно попробовать подавить. Пачку допушивают. Сиджуани здесь не будет. Так, фнатики будут давить бот. Гуманоид ставится стена. Доигрывает по Айсу. Хорошо, Айса цепанули, но кап туда же. Первая кровь для Ноа. Фнатик уверенно стартует первую карту. Есть ощущение, если они эту карту выиграют, они Талию будут банить на редсайде, потому что беде, скорее всего, блюсайд будут выбирать. Прошлые две карты были равны или салат, но с явным преимуществом беде, я бы сказал. Оскар. Ультит Адама больно. Ульта сейчас от Адама будет, это соло килл. Адам, ты что делаешь? Так, Шио. Видит тут Разорка. Оба джанглера шестые. Шио фейс чекает Разорка. Разорка его четко пробивает. Но как будто бы 2 на 2 здесь против Сиджуани и Дариуса фанатики не должны драться. Нет такого ощущения? Там пытается мувнуться гуманоид, но и нюк сюда идет. Но гуманоид первый. Хорошо. Окей, Адама убили фанатики. На боте. Комба пошла, есть ультимейт от Ноа. Бурст по Лаброву. На одно хп Лабров выходит. 2000 золота преимущество фанатик. Чат, ну это реверсив, кстати, чекайте. Фанатики реверсивуют 3-2. Я уже знаю будущее. Проверяйте. Здесь нет ни одной вселенной, где BDS выигрывает эту серию. Но позицию держит фнатики пока на реке, но выходит на ботвейв, гуманоид запушивает мид, может мувнуться. Нюк идет сюда пешочком, у него еще есть ТП. Нюк мид запушил, нюк мид запушил, говорю, гуманоид мид запушил, нюку хочется пачку принять. Разорг стартует дракона, у Оскара есть телепорт, Адам идет сюда пешком. Ой, хорошо там, кстати, лобровый гуманоид уже пробил перед Дрейком. Адам пришел. Дракона забрали, фнатик. Там цепанули, но... Ой, больно как Ракану, хорошо, Ракана забрали, Айс... Айс стреляет, его ультит хорошо в спину Оскар. Забрали Айса, Панюка дальше доигрывает. У Адама стаки есть, Адам казнит одного. Дофлешивается Разорг, забирает Адама и Шио туда же. Гуманоид ставит стену. Шио должны убить. Разорг, хорошо. Хорошо. Минус 5 в пользу Фнатик. 3000 золота преимущество. Сюда. 1400 на Варусе, 1300 на Валибире. Я говорю, 3-2. Шио. Так, там стаки на гуманоиде, но кап Лаброва хороший. Флеш от гуманоида перефлешил через вэшку Лаброва, живет. Вышку на боте тем временем забрал нюк. Герольда фнатик забрать не успели. Нюк может пушить дальше пока как будто бы. Или они все-таки хотят файтить за Герольда. Но у них у Айса еще предмета даже нет. Лабров по гуманоиду. Неплохо. Хороший ульт от нюка. Гуманоид должен умирать. Гуманоида убили. Один в одного пока разменялись. Оскар только сейчас в драку приходит. Но здесь 4 в 3 выигрывают. 4 в 5 выигрывают драку. Фнатики с запасом. Шио тоже падает. Еще 2 килла для Фнатик. 3000 лид. Гуманоид. Да, ты один, по идее, забирают. Так, стопнули Лаброва. Лабров выходит на Ешке. У Нюка есть телепорт. Как будто бы BDS просто это не контестит. Они гораздо слабее. Там 2 сота у Ноа. Да. Вышку забрали, Фнатик. Дракона забрали. Хорошо. Так, Тунчик. Поймали Лаброва. Лабров. И аут. Но стрела. Но.
Не, далеко. Далеко. О, Нюка закрыли. А Нюк-то умер, кстати. Или... Пытается выйти, Разор чистит, гуманоид дофлешивается. Не, ладно, сожрали Нюк, у него флеша нету. Хорошо, убили Азира. 4 калит уже, 4500. Так, ставится стена по Адаму, куча демеджа. Адама забрали. Там Лавров в спине. Ой, Лавров, теперь мы энгейдж, и Нюк туда же. 6 стянуло перья. Хорошая драка для BDS может быть. Схавали Ксанты, схавали Алистара. Ну ладно, все керри выжили, но отдался Монерке. Но это чуть ли не идеальная драка для BDS была в плане именно нажатия кнопок. BDS тут форсит на Шора? Ну, два сата из Дершая, как будто бы урон есть. Ну, не, ладно, что-то мало урона. Как будто бы пиво полное. Может, фанатики тайминг продолжат? Там Оскар ТП было бы? Не, ладно, не хотят. Это 3-0, походу? Не, выглядит как 3-2 в пользу Фнатик, реверсвип. Лавров умер, нет? У него флеша нету, да. По Ноа хочет развернуться? Погоди, Адам? А, не дотянулся. Лавров вышел. И Адам живет. Ебать, Лавров здесь кейпл, красавчик. Так, стена ставится. Фнатик должны забрать еще и Т2 здесь. Лавров с Айсом пришли с базы, Т2 падает. Еще деньги. Так, слыша играет... Адам, его выкидывают. Лавров. Хорошо, США его цепляет Джун. Лавров умер. Стреляет Айс. Айс, Айс, Айс. Айс неплохо стреляет. Но урона, по-моему, не хватает здесь BDS. Хотя 3 в 3 остались. Еще ульта у Айса есть. Ой-ой-ой-ой, плюс 600. Залетает еще и Дариус. Оскар 1 хп. Фнатик подзаливают файт. Но на Шора они тоже не могут форсить. Адам хорошо сыграл, да. 4К все еще ведут Фнатик. Залили немножко стриков. Шио. Ой, Шио интит вообще жестко. А, ну да. Лавров. Плохо. Это надо на Шора делать. Там мертвый джанглер. Это надо форсить на Шора. Это Дрейк 10. Знаете, хотят попробовать пофайтить. Никого не цепанули. Больно Лаброва. Ну да, просто душу забрать, типа с драконом не рисковать. Я думаю, это умом. Так, гуманоид. Летят за Адамом. Адам, но флэш. Стан. Хорошо. Цепляет, но Адам. Адама убили. Окей. Шио через 6 станет. 5 в 3. Да, метасол. Но воздушная душа еще не гарантирует Фнатик победу. Там справа все еще очень хороший скилл у Азира Шай. Так, 10 на Шор. Шио на флеш, но пушка есть. Джун просто комбу должен Шио дать. Так. О, блядь. Я подумал, сейчас Шио в Барон Пит залетит на шишке. Натик забрали на Шора. 6000 лит. 3 слота гуманоид плюс темная печать 10 стаков. Но 300 на 30. Плюс 2000. 4 предмета Варус. Так, то 2 Фнатик собирают вот только. Но BDS, по идее, сейчас будут искать просто ингейдж, может быть, какой-то. Так, цепанули, кстати, хорошо Сержу. Шио? На 1 хп выходит, можно заходить на Т3. Т3 падает, еще одну сторону Фнатики скрывают, очень легко. Опять Шио подставился, кстати. Опять он. Инги пока живой. А, там и США играет, цепляет Оскара, хорошо среагировал, но вышел. Стреляет по Нюку. Там Айс фрихитит по Оскару, но урона не хватает. Криптоблум захиливает. Реколится Оскар, БТП? Или чё? Так и нет смысла, да, они не будут индить. Он, правда, Заба играет? А файн он играет. Он, ну, не хуже Айса выглядит, оверолл. Не хуже, там... Он хуже Канса, он хуже Карзи, да, но он...
Не то чтобы он прям очень плохо играет, он очень много игр Фнатиком вообще типа соло выигрывал. Так, поймали Адама. Лавро. Ингейдж последней надежды. Стрела залетает болючая по Айсу. Там Ноа умер, погодите. Разор. Убили Айса. Хороший очень шаффл от Нюка был, но без США был. Оскар. Комбат Джуна. Ой, Фнатики троллят сейчас. Ой, хорошо гуманоид. Убили Адама. Лавров пока живет, но здесь Ракан Си Джонни не дефают. Ингип. Ой, Ингип. Нексус. Ну, забирайтесь, все, спокойно. Все, это реверсик 3-2. 3-2 Винфанатик. 3-2 Винфанатик. Проверяйте. Видос на Ютубе, если что, через 20 минут я... Нет, ну где-то... Через 25 минут видоса я буду радоваться победе 3-2 Фнатик. Проверяйте. Проверяйте. Так, все, поехали. BDS Фнатик. 2-1 ведут, BDS забирают синюю сторону. Талии Фнатики забанили на красный. Да, Талия становится как будто бы ключевым персонажем серии. 3-0 она в этой серии получается. Талии теперь больше не будет, я думаю, в этой серии. На оставшиеся две карты. Ну, Грагас вроде файн. Смотри, а Сол турбо гуд в левый драфт. Калисте трудновато, конечно, играть в Ашу, в Наута, в Грагаса. Но есть БЦ, чтобы Кейши, Джакс тоже в левый драфт гуд. Нет, да я вам говорю, это Фнатики 3-2 выигрывают серию, чат. Но вы еще не поняли, что ли, этого? Это Фнатики выигрывают серию, 3-2. Нюк? Йоу, Нюк! Нюк разъебал Разор, дофлешивается за Нюком. Но он умрет все равно, но хотя бы антиру убил. Бля, Нюк просто соло кильнул гуманоида, гаддэм. Ну что, дофлешивается тут? Да. О, хук по турет? Лавров турет не танчит пока, хотя Ноа. Лавров может и умрет здесь, дофлешивается Ноа. Еще одно в ту. Хорошо. Ешки нету у Ноа. У Айса кушка кончилась, вышли. Окей, 2 на 2 килл на боте от Фнатик. Если кто-то там мимо приезжает. Я, возможно, где-то поеду в порту. А, вообще изи, да. Но только скорее, если ты до моего города ешь, если занят буду. Так, погоди. Гуманоид. Гуманоид умер опять. Да, ну странный форс от Фнатиков. Разор вышел пока. Да все, дайте в этого Дрейка, Джун, снова выйдите. Ну зачем? Хотя, 3-3, Азери Коллинса, может быть и гуд, Лавров убили. Да, Лавров убили, найс, окей. После Дрейка килл нашли. Для Калисты, 2-0 Калисты. Алява. Так, стрела. Блять, как же они фармят гуманоида. С базы, даже не с базы, но с базы шел Айс. Пушечку нажал гуманоид. Нюк бэймит стоит. Ах ты козел. Ах ты козел на нюке. Бэймит Марика. Джун, дальше. Поднимает воздух в Ноа. Тут ТП идет. Подстанет Разорк. Разорку больно дает Ешку. Шио. Могут убить Шио. Шио. Шио выфлешивает. Хорошо, Шио. Пойдет пользу BDS. 1-0. В итоге умер только Разор. А, там еле-еле вообще Шио вышел. Но дракона второго для тебя BDS получают. Шио, но флеш, Шио могут убить попробовать. Джун, хук по Лаброва такое, там в спине гуманоид, по Айсу играет. Бочка хорошая от Адама. Айса убили. Дальше, Ноа, можно всех вообще убить здесь. Полетел вперед Ноа, даблкил забрал для себя по Адаму, доигрывает. Там еще Шио готовенький, триплкил для Ноа. Нюка можно зачейзить. Ноа, поехали, мейби пента какая-то, Ноа. Квадрокилл. Пента, 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 пента. Кушечка. Ноа. Пентакилл для Ноа на Калисте. Сюда. 3-2 реверсвип. Я говорил.
Я говорил вам! Я говорил? Вы помните, что я говорил? Кто нахуй не верил? Кто не верил? Это реверс-вип. Типа, у тебя есть условно... Так, подождите, ладно, Дрейк, 10 секунд. Хорошо, Лаброва убили, но... Восьмой кильчик для Калисты, дальше. Оп, закидывают ульту, хорошо. Паши его гуманоид, Шио живет, правда, с ульты выходит со своей. 2000 золота преимущество Фанатик, 8-0-0 на Калисте. Копик лучше, 3-2 Фанатик выиграют серию. У них все лучше. Они уже выиграли. О, Лавров, кстати, здесь что-то почувствовал. Ой, какой хук от Джуна! Шио слышал, правда. Адам, бочка на дизенгейдж. Чисто спасает. Ты один на боте забирает гуманоид тем временем. Там еще и большая ульта у Асола есть. Раздор, так. Хук, хорошо. Нюка убили. Ген уже играл? В смысле? Так мне сказали, что он в скримах на нем играл. Он не пикал в компетиве именно во время KSI, нет? Так, на Шора забирают Фнатики, да? Так, Лавров. Лавров умер. О, ну там уже почти 3 предмета у гуманоида. Там гуманоид очень сильный. Ладно, эта игра закончена на самом деле. Я не вижу здесь аутов для BDS. Нюк пытается степ-аут дать, успел. Fnatic are starting to siege on multiple fronts. Nuke is actually TP'd. Oh, блядь! It's just dirty from Fnatic. Hook up, can't happen again. It can't be happening again. Это он. Вы видите, что он делает вообще? Ебать, что за хук сейчас был? Так, Нюк, что, БМ будет какой-то, нет? БМ будет какой-то, нет? Что-то не боимится больше. Мне кажется, я на соли в своей жизни одну игру. За дэмэдж по героям тоже, да. За дэмэдж по героям тоже ты стаки получаешь. Так. Ну тут... Даблкил для гуманоида. Оскар украл пенту у гуманоида только что, кстати. Триплкил для гуманоида. Ну, Оскар украл пенту. Оскар украл пенту, козел. Квадрокилл для гуманоида. Бля, вы понимаете, беде с каком тильте? Какая же это халява на ревесвипе? Какая же халява? Падает и 4. Да, гага. Легчайшая серия. Легчайшая. Уносите BDS. Все. Они закончились. Ну нам, чат, надо посмотреть, как Фнатик сейчас пятую карту выиграют. Так, ну что, поехали. Фнатик BDS. 3-2 у нас Фнатик должны выиграть прямо сейчас, потому что, ну, очевидно всем было изначально, что это будет реверс вип после 0-2. Фнатики еще и на синей стороне. BDS взяли для себя красную. BDS должны банить Али, видимо, здесь. Или что? Что-то надо делать с Калисты. Калисту как будто тоже не хочется отдавать. Израиль. Но очень сильный Израиль. No joke. Мне кажется, это он и Карзи, два человека, которые могут на Израиле в Европе играть. Но Израиль кайтит правый драфт очень хорошо. Есть нормальный фронтлейнер. Рел, Наут, Рексай. Азир, Израиль стоят на лонгрендже, дамажат. У BDS есть опции энгейджа, типа с Заком, с Раканом, но как будто бы левый драфт в целом файн, если Зак в них летит, и у них есть чем играть против него. Ну ладно, я не знаю, что я сейчас размусовлю, что-то 3-2 в пользу Фнатик, это очевидно. Ой, слышал Лавров, ну кап. Он умрет за это? Что Лавров сделал? Но кайтит на Ешке, Шио тоже сейчас умрет. Джун, США добивает, ай, США, вот. Что Лавров сделал? Адам реколится. Разорг подходит. Ну, Адам с лошом, но без пассивки он на один хит. США, Адам красиво разыгрывает Адам. Окей, Адам.
Окей, Адам. Окей. Это хорошо было. ВП, ВП. Мне сначала показалось, что он сейчас сдохнет, когда он флешнул в рейсайд, но как? Но стянул, захилился. На боте плюс 700 навод, плюс 200 зрельчик. Давай, конечно, что киллы на вот здесь забрал. Это правда? Так, Адам пластинку лутает. Для себя Оскар. Так. Оскар. Пробил Адама. Неплохо. Адама дает ультимейт. Оскар. Оскар дофлешивается. Или там будет? Сюда нахуй. Сюда нахуй. Сюда, блядь. Папочка Оскар, заработай. Фридрейк, да? И Фридрейк для Фнатик. Со скилл-сетапом. С Изреалем на боте, блядь. Они дракон первого на 7-й минуте забирают. Хеллоу! Хорошо, пробили Лаброва, хорошая ультанула. Много урона. Лаброва убили. Разор к размену входит. Окей, один в одного разменялись тут. Ну тут такой какой-то несуразный дайв, если честно, был. Так себе задавили. КС вроде файн пока. Так, Разорок забирает 5 личинок, да? Да, 5 личинок для Фнатик. Так, хук. Ши ульта изряли мимо. Ульту отдают в Шио, хороший ингейдж. Там, правда, Айс первый на ротации. Гуманоид выходит на шафле. Плохая драка для Фнатик, хотя подходит Оскар. Но они проспали ротацию Айса. Ой-ой, блядь, гуманоид. Шишка. Гуманоид умер. Плохая драка, Фнатик. Не зареспектили, что Шай придется вообще. Не знаю, у них не было, да, инфвижена? Проигнорили инфу, кринж. Там жестко пинги идут от Фнатик. Лаброва могут закрыть, кстати, сейчас. Ой, хороший хук от Джуна. Пробили немножко Лаброва, Лабров пока вышел. Позицию забирают опять Фнатик на реке, но выходит на мидвейв. Адам. Гуманоида сыграл. Слыша, окей, Джун. Бэкаут. Разорк без позиции. Разорк выйдет. Я, Разорк держит Дрейка дальше. Шай мидвейв пока принимает. У BDS флешей здесь вообще не осталось. У Ноа есть еще флеш. Так, дракона забрали, Фнатик. Но вышел. Под чарами Разорка. Разорка выходит на вешке. Хорошо. Еще и ТП выбили с Нюка, еба. Какая же ёбка по макро. Адам ТП на топ тратит. Минус 2 телепорта BDS, они еще ничего не получили здесь. Тут еще Зак, Ксин, файты долгие реально будут. Так, Джун подстрял. Джун как будто бы здесь умер, да, завижен за этот. Но это килл... Ой, килл для Лаброва, вообще пофиг. Оскар здесь выйдет, да? Да, Оскар вышел. Но Герольда, maybe, BDS этого заберут. Джун, по Шио. Шио больно, Джуну развернули, сам Оскар в спине. Очень больно Джуну, пока живет. Шио выфлешивается. Там в бэклайне Разорок, запрыгивает Ноа, его подчармили, убили Наута. Лаброва должны разменять, убивает Шаю. Хорошо! Хорошо! Флешаут от гуманоида, минус 4. О, еще и Талию убить можно. Нюк, флешаут, нахуй с карты. Трипл килл для Оскара, 5 в 0 драка. 5 в 1, ладно, Наут умер. Или не умер, у него реколил. Я говорю, реверсип. Я не знаю, чат, но мне даже смотреть интересно, я это знал. Так, выставляется Герольд на мид. Фнатик с преимуществом уже в 4000 золота. Забирают один на миде. Флешхук по Нюку. Хорош ульта из реали всех прошила. Адам залетает. Как будто бы оверкоммитится здесь Фнатики, да? Но Нюка мэйби бьют. Куда гуманоид полетел? Ёб твою мать, вы что делаете? Так, там гуманоида хотят попробовать бедет закрыть. Здесь вижу, фнатиков есть. По миду идут, с Вайса мейби сыграют. Это вас заберут точно. 5 личинок работают. Фнатики эневые туры-то забирают, плюс бабки.
Плюс бабки. Это два на бот муваются, но запушил мид. Фнатики давят дальше. Ну, там волков забирает еще. Оскар прокает снос. Адаму нормально кинули, там в спине лобров будет. Гуманоида есть ТП. Стенка ставится нюком, лобров в спине. Ну, вроде вышли фнатики. ТП идет. Гуманоид перебдел немножечко, думал, что сыграют все-таки. Гуманоид ТП отдал сюда. Т2 хотят додушить. Больно жены пробили. Хорошая вышка опять от нюка была. Натягивается Адам, там лобров сейчас умрет. Нюк США играет по гуманоиду. Нюк в тильте. Нюк фул в тильте. Побеймить не хочешь, нюк? Может, побеймим немножко? Потанцуем там. Адам полетел вейв просто. Раздор. Хороший дайв. Ваншот лишаю. Ух, ебать. Туда их. Минус 3. Т2 забрали. Это сторона минимум. Мы заиндим за 21 по приколу. Ну ладно, не будем. Пока поиграем еще с ними. 5000 золота преимущества. Фнатик на шор на карте появляется. Надо ресетнуть, деньги реализовать. На шор делают до сих пор. Они не дропают пока. Так, фнатики, что-то хуйня какая-то. 3К. Они умирают, но на шор забрали. Ну, хуй знает. Оскар вышел. За ним дочезили. Оскар умер. О, ебать, Разорг! Я чё сейчас увидел? Давай забираем халява. Фримани, фримани. Так, BDS что-то на вылазку какую-то. Лавров есть чекает. Тут Оскар говорит, здорово. Это не твой джангл, Лавров. BDS идут к Т2 дефать. Только без дайва, пожалуйста, только без дайва, только без дайва, только без дайва. Просто аккуратно сыграть, можно? Просто аккуратно, можно? Можем аккуратно сделать все. У вас трехсотовые изряли уже. Хорошо, все, Т2 забрали. Барон пауэрплей минус 400. Нормально, нормально. Да. Но BDS просто заперты сейчас. Они либо стартят на шора, либо не отдают соулу, и потом все равно дерутся на шора. Фнатики там в два человека могут спокойно забрать дракона пойти. Не-не, друид, я не застал его, я позже пришел. Так, ну да, BDS стартует на шора. Они понимают, что дракона будут фнатики делать. Гуманоид Дрейка делает. 10к. Так, на дракона забили. 5к. Папочка Раздорг. Делай, делай, делай. Даже. Больно Джуну. Так, там добрались до Шаи. Адам еле живет, но хилится пока. Гуманоид дамажит. Разор на шор, на шор, на шор. На шор забрал Ксин. Рикса умерла. Окей. Чейзить надо. Лавров убили. Душу. Но на шо разобрали BDS, окей. Фнатик забирают душу, файн. Там хорошая ульта айса от Фука, Джун флешнул. О, ебать, ну дамажит, на нахуй. Здорово, усатый. Так, Фнатики, кстати, Т3 могут открыть, там лавров, правда, в спине будет. Нюк пока реколится, ТП дает нюк. Нюк без рекула. Смещаются в Т3 на топе. Лавров в спине. Т3 на топе забрали. Цепанули Рексай. Рексай очень больно. Оскар выходит на туннеле. Хук попал по Шае. Джуну флэш. Лаврова убили, нормально. Джун живет, хорошо. Но ебет.
Они, ну, у них воева нету. Они закончат, нет? 50 секунд до нюка. Бэк-ТП Оскар. Right now the debate is happening within Fnatic. Oscar choosing to reset. They're waiting for the next wave. Three members still alive. Ice, crucially, still alive. Flash barely off cooldown as the wave makes connection with the tower. Oscar has TP to keep the minion. Адам полетел вейв. Ты по нулю шаю. Подстанили. Хорошо. Айса убили. ГГ нахуй. ГГ. Фнатик едут на MSI. Ебальнички к осмотру приготовили, чат. Кто мне писал про мой прогноз? Кто мне после 0-2 там рофлил сидел? Кто пиздел? Кто пиздел? Кто пиздел? Кто пиздел? Быстро все. По одному сюда подходим. Кто пиздел? Кто пиздел? Кто пиздел на Фнатик? Кто не верил? Сюда смотрим. Пишешь где? Я вас не вижу в чате больше. Что с лицом? Что с лицом? Hello? Легкая. Легкая. 3-2. Сказал сразу вам после 0-2, что Фнатик это выиграет 3-2. Ни капли сомнения не было. Ни капли сомнения не было, что они это могут проиграть. Легчайшие MSI для величайших. Легчайший MSI для величайших.